Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Венгрию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы случайно наткнулись на это видео и не видели начало, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому видео, либо она появляется в верхнем правом углу. Всегда смотреть лучше с самого начала. А также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Всем остальным приятного продолжения просмотра. Так, тут нужно купить черную армию, я думаю. Или, блин. Жалко столько денег тратить, на самом деле. Давайте копейщик. А у меня есть кого-то убить копейщиком? По-моему, что-то было такое. Во, военная тактика. Так, тут лесопилку. Тут ферму. Я, наверное, захвачу валету еще заодно. Блин, ну это он больно бьет по пешту. С другой стороны, сейчас будет уже черная армия. Так, тут меняем политический курс. Давайте от строителей на... Не на коммерческий, а на... Создание... Где кавалерия? Вот, кавалерия древнего мира и... Блин, древнего мира и античности. А это не древнего мира. Так, мне нужно открыть монархию, по-моему. Ага. Блин. Это не очень, конечно, удобно. Так, ну тогда поменяем на соседство... А может театральные площади поставить? Давайте театральные площади. Тут как раз культуры не хватает. О, плюс 10 культуры, смотрите. Так, лошадей. Франция, предложение. Ну не может он пешт захватить. Ну, если он сейчас больно ударит, то... Ну и добежит этот следующим ходом в пешт. Не хочется деньги тратить. О, видите, даже не красная. Угу. Видите, 49 сила, все, этот не берется город. Хорошо. Так, в обуде. Амбар. Библиотеку. Ну, куда этот скаут убежал? О, чаек можно. На чаек использовать, хорошо. Так, Виктора. Виктора в пешт давайте пока. Так, так, так. Так, так, так. Thank you.
Ну, вроде мне все. Ой, Караген, что ты там накинул, я не успел принять. А, апельсины. Апельсины что? Ты мне даришь их просто? Нет, поменяться. Нет, что-то там. На лисице. Сейчас вот этот коник умрет. Отлично. Машина, так. Отойди, пожалуйста, разведом. Я туда хочу этого. Так, используем. Ну, в принципе, можно. Почему бы и нет? Так. Божественное право. Это для кавалерии, видите? Я, кстати, монархию приму. Я монархию приму, и потом пойдем, наверное, в торговую республику, а потом в дипломатическую службу. Нормально так он расселился, хотя у него столица вот тут. Так, ну и куда? Вот на эту речку действительно. Ну кому висячие сады понадобились? Не строить они. Филин. Лол. Тебя все чудеса угнали, да? Да ну его. Муха. Давай чудеса побольше строишь, да? Чудесный. Там бар. Тут производства нет, мне нужна промышленная зона. Следующим ходом, собственно, я смогу ее строить. И, наверное, вот здесь. Тогда я не буду, пока сохраню производство. Так. Нормальненько пока все. Пока все нормальненько. Так, и мне надо караваны на культуру начать пускать. Когда они вообще закончат бегать? Еще 5 ходов этот бегает, и эти по 10. Блин, это долго. На самом деле. Мне нравится производственная площадь 10. Эх. Красивая. Ой, я торговца тут пропустил. Мне, наверное, кто-то просто взял, а мне не сказали, что надо взять. Челень сделка. А есть какой-нибудь шанс выкупить этого великого ученого, чтобы Корея не досталась у кого-нибудь? Понимаю, это зависит от места лобби. Ну, у кого лучше. Русский, у тебя же это должен был быть. Я вот тут поставлю промышленную зону. Так, давайте. Линия дружбу кинул. А что, селка не забрал? Да. Какие же тут? Фиг. За право входа дашь? Давай. Понятно. Понятно. Вот и все, как бы, все разговор. Хана твоему посел скауту. Ну, сейчас еще посмотрим, может, что происходит-то. Ну, Челини не захотел дружбу давать, чтобы захватить моего посела. Я считаю, это недружественные действия.
Это не за то, чтобы захватить посев, это чтобы... Мне тоже нужна какая-то выгода. А, выгода, что я не убиваю твоего скаута, и мы дальше дружим. У меня есть тут силы, ты подошел к моим границам, фиг знает откуда. Сдохни. И еще какие-то права качаешь тут. Ну все, в конце, если я доживу до конца, то... Зомби жесткий, жесткий. Пипец, сколько ты во всех городах там проекты читал? И там срубил, да, наверное, на весь лес? У меня всего два кампуса. Не, я готовился заранее. Нормально. Хорошо. Сама. Что, к чему, что, о чем речь? Ну, зомби выкупил это. А, универ? На плюс два универа? Угу. Отлично. Не, он не выкупил, он проекты там читал. Я подготовил проект. Так, монархия. Вот кавалерия, потом содержание юнитов. Ну и тут, конечно, театралку надо убирать и ставить обратно кампус, к сожалению, ладно. Так что я не прав. И к строительству оборонительных зданий. Можно стены построить, например. Просто там власти уже 104. Ага, то есть тут еще к кавалерии своей пришел, ясно. Ясно, Челлинио. Скажите, где Франция? Я хочу ему идти все грабить. Он такой какой-то... Этот... Агрессивный? Агрессивный, да. Пошел турку все пограбил. Так нельзя прыгать из тумана войны. Так, а где эта мастерская? Подождите. Ага, да. Значит, тут акведук. Там опять, что ли, наводнение? Блин, ну... Недружелюбно. Твой конь сдохнет в страшных корчах. Я ему буду копыта отрезать на глазах его всадника. Мне венгр тоже не нравится. Бляха, муха, ай-яй-яй-яй-яй. Мне тоже не нравится это. Он мне тоже войну убил, представляешь? Нет, я обидел француза, ты только в союзе с ним. Не, это уже нечестно. Ну, как бы, ну, нужно как-то со всеми дипломатические отношения, не только вот так, с кем там. Нечестно приходить и бычить скаутом. К границам, от которых ты находишься, фиг знает где. Я не бычил скаутом, я ничего не сделал твоим скаутом. Ты бычил скаутом? Говорит, плати мне, или убьет твой, или твой поселенец умрет. Право прохода — это не платить. Это платить? Я не хочу тебе давать право прохода. Конечно. Когда первый бесплатный шпион отправляется к тебе. О боже, нет. Зато повеселее тебе стало, да? Ну да. Появилась цель в игре. Да, это точно.
Мистер Ди, где там вообще Франция находится? За тобой? Справа от тебя? Я бы не говорил им, на самом деле, если ты как бы... Инк все-таки, я думаю, подружелюбнее ко мне относится, чем к венграм. Извините, Инк мой союзник. Ты... Инк мой союзник. Он тоже мой союзник, как бы. Только ты забрал горы Инка. Что я забрал? Все горы Инка забрал ты. Поэтому не знаю, зачем его дружить с тобой. Это, кстати, есть такое. По-моему, у венгра больше гор, чем у инка. Мне кажется, не может завидовать. Кто следующим ходом Пьетро строит? Так. Улучшения нет. Стены, кстати. Мистер Ди, можешь лучника на караван подвинуть, наш союзнический? Мистер Ди, ты тут? Походу, нет. Да тут я, тут. Я думаю. Нам вообще, Чиреню, надо было с тобой, например, союз заключать военный, просто чтобы мешать кому-то на нас нападать. А ты вместо этого вот такое делаешь. Нет, а я что сделал типа, тебе? Я ничего тебе да, не делал. Да, Чиреню, помоги Лёше меня забрать. Ну, как бы, а я как, не хочу... А как поможет делать. Военный союз Чиреню тебя забрать? Ну, с двух сторон поможать. А что, Чиреню с другой стороны от тебя? И после вот этого мува, как бы, ты убил скаута, убил коня, как бы. А, это мой мув. Это не ты пришел ко мне в границы, прямо в центр моих границ и бычил. И говорил, нет, я не буду дружбу принимать с другого поселенца. В центр границ. Ты да, в центр границ. Ну, тотально недружелюбный мув был. Я тебе предложил дружбу. А ты посчитал, что типа я в слабой позиции, типа ты можешь моего поселенца захватить. И стал что-то требовать. Нет, я ничего не требовал. А, ребята, вы слышали, как Челиня требовал? Или он ничего не требовал? Нет. Ничего не требовал? О! Я смотрю, тут у нас есть... Караванчики французские еще к тому же. Блин, тут надо, наверное, даже раньше акведука дамбу... Блин, 18 ходов дамба, вот сразу. А чё так долго? Так, знаете что, давайте мы военную науку отложим. Давайте... Давайте, наверное, даже в индустриализацию сначала. Пойдем французу все грабить, раз он так себя ведет. Отвратительно. Так. Строится, строится. Мастерская. Кампус на плюс 5. Нормально, да?
Блин, да задолбался. Сколько он, через ход, что ли? Сделка. Спасибо. Эти амфитеатры вы построить, раз у меня кумаси имеется. Рудник на стратегическом ресурсе. Будет считаться за рудник при соседстве с промзоной? Или будет считаться чисто просто за стратегический ресурс? По-моему, только за стратегический ресурс. 0.5 он не добавляет. Да, только за стратегический. Только за стратегический? Угу. Я уже вижу, у кого какие губернаторы где сидят. Прикольно. Сейчас ты знаешь, да, кого они нейтрализовали? Да. Еще и Болония мне войну объявила. Очередной дальпинг. Не хочу я Кумаси покупать армию. А вот, кстати, есть какой-нибудь шанс перекупить Болонию? Нет, 8. Хорошо. А Газгаргаму можно, и он военный, и там будет много армии, кстати. А Кахокию тоже можно. Ага. Так, давайте накопим послов тогда. Открою морскую традицию потом. Звуки странные. Так, промышленная зона. Мастерскую добьем. Ген, это что такое? Где чё? Ты чё, Мехико захватываешь? Ну да, я хотел, он на Байкале стоит. Нельзя. Загрязняет Байкал, да, не дело. А чё, ты, он тебе нужен, что ли? Ну, это наша граница была, типа. Ну, а я дальше не пойду, там все тундра заканчивается, как бы. Ну, ага, то есть вот этот посел твой. Где? А вот он здесь встанет. Вот он где сейчас стоит, вот он здесь и встанет на железе. Или ты сюда хотел селить? Да у тебя же вроде места много. Да нет, я заперт. В углу. А ты хотел именно сюда идти селиться? Да, вот, ну, можно
рассмотреть такой вариант, что ты вот сверху снег лучше застелишь, а я вот здесь город тыкну, где у меня меч стоит. И мехика ты тоже забираешь, и мы нормально. Ну давай, давай. Ну и конечно тут такие эти места прям жирные. Ну тут ну, просто давай. Наша граница горная, типа естественная. Ну давай, давай туда пойду. А ты, получается, на мою территорию здесь все зашел. Ну я вот до реки это и хотел, и все. Ничего себе, казаки какие сильные. Это да. Этим синим копейщиком, да, там воевать? Поняли. Угу. Это просто ураган прошел, стрит все сломал. Боже, как сейчас моя черная армия будет тыгдымкать по Франции. Она вытопчет все поля. Всех гусей вытопчет. Пришла черная смерть на территорию Франции. А все почему? Потому что вот пришел... Как он, не глашатый, а... Ну, короче, на зов твоего скаута отправились орды... отмороженных венгров.
Угу. Угу. Так, надо пройтись по городам, тут опять на производство давайте. Мне надо, видите, я с инком уже не повоюю, потому что благодаря... Благодаря... Нет, пощади его. Ну а чё ты сюда пришёл? Ты не будешь тут ничего делать? Да нет, случайно. Давай, тоже ему поделай, это нечестно. Тогда уходи, кореец. Как приятно наказывать, вот прям вот, вот приятно. Ой, господи, уже китаец даже, кто быстрее меня построил этот. Ну это ж китаец все-таки. А, хотя он только на античность работает, да. Ну походу вообще не получится ни одного этого чудо построить. Ничего не погибло, и три клетки урожайности повышено. Зашибись. Такое мне нравится. Надо заранее просто подготавливаться. Да ну я как бы посмотрел, там 4 хода поставил. 3 хода прошло, это взял, поставил. И вот как делать, чтобы меня китаец через ход не просил... делегацию ко мне отправить. А у тебя скоро инк заканчивается союз, Алексей? Ты считаешь, что нам надо с ним воевать? Ну не давать хотя бы эти союзы проход. А может ему просто я тебя ослабил, а ему пойти тебя захватить? Как тебе такой вариант? Как тебе такой вариант, инк? Не захватит. Меня не захватит. Не захватит? Я ему помогу даже. Нет, я против, я помогу, Франц. Ну да, помоги, кореец Франции. Ну давай, сейчас удачи. У меня уже защита городов 70, вот, коллег. Ух, ничего себе. Давайте удачи. Инк, если ты пойдешь на Францию, я на самолетах через 10 ходов тебя рад. Коллег в мою сторону, который. Инк вообще молчит. Че ко мне приставился? Как? Надо бы отступить, апнуть это все в моих этих и реально нападать.
Ну, если не нападать, не захватывать города, а просто грабить. Кореец, предложение. А для чего? Ну я не хочу с тобой воевать, для чего? Ну ты типа на Францию пойдешь. Как? Слушайте, ну вы... Ну, Сусь, ты серьезно? Я ему буду все клетки бегать, грабить. Я ж не могу его захватить. Ну давай, грабь. Не, грабь. Он пограбит еще несколько ходов. Все, закончится. Я захватить его не могу. Его можешь захватить только если инк или ты. Я принять не могу. Не знаю, у меня. Нажимаю, не могу, не нажимается. Ты мне кинул типа обратно. О, турка встретил. Турок, а ты не хочешь с другой стороны на Францию напасть? Нет. 80-е города. Так, ну давайте, наверное, индустриализацию, потом военную науку и вот этими ребятами. Турок, предложение. Турок, не давай ничего лидеру игры, как бы ты этим ломаешь его, если выше ему чем-то помогать. Я ему дружбу кинул. Чего? Нет, дружбу. Союз, как бы, он даст только ему плюс 5 боевой мощи, как бы. Поэтому нету смысла ничего ему давать. Он плюс 5 даст, если он тоже в войну вступит. Ну вот. Но почему ему не вступить в войну и не захватить тебя? Франция предложение вернуть через 2 хода. Не вижу причин. Вообще, блин, я не успеваю. Один он у меня. Блин, надо китайца захватывать, у него угля много. В итоге...
Два хода в темный век сваливаю. Турок, я там тебе кинул предложение еще. А, нет, не кинул. Вот сейчас кинул. Flowers surround me. Нет, эту буду строить, а куплю я рабочего. Потому что мне уголь еще надо обработать. Я не понимаю, ты отказываешься, я не могу понять, или отменяешь, что там происходит, Турок? Я думаю. Не, отменяй, ну как бы, кто явный лидер? Кому? Ты. Что я близко, я не готов, пока. Так я не прошу тебя войну объявлять, только союз, ты не объявишь войну. Нет, военный союз, как бы, нужно, чтобы ему не досталось плюс 5, как бы. Кому мне? Так я ж не прошу турка войну объявить, господи. Ну а зачем давать ему военный союз чуваку в другом конце карты? Как вообще зачем ему военный союз давать? Лидер. Хорошо, Турок, давай религиозный. Блин, научный, религиозный давай. Просто ему, смотри, ему за каждый союз будет плюс 3 даваться, поэтому он типа ищет и... Как бы... У него там уникальный юнит есть, и он дает ему плюс... Плюс к... За каждый действующий союз. Ну и смысл. Мне кажется, тебе Турок просто подготовиться надо и нападать на француза с другой стороны. У него 320 сил и всего. Да, поддерживаю. Ой, что-то я зачем я дорогу разграбил? Блин. Я буду защищать я Францию самолетами сразу говорю. Отдам все свои деньги тому, кто нападет на Францию. Я нападаю на Францию, давай мне деньги. Денег. А я тебе не встретил еще. Блин. Турок, прими, пожалуйста, союз. Не принимай. Я ослабляю твоего соседа. Мне это вообще нафиг не надо. I fan myself in this mode. Ай, блин, в нормальный век вышел. Ну, красавчик, ты дал ему еще плюс 3 ко мне. Да, красавчик. Ну, он тебя... Я ослабляю тебя. Ну, в этом есть некое... Механизм... Зерно есть. Ты сам пришел, ты все сделал себе, челенью. Всего лишь надо было дружбу принять. Всего лишь надо убрать башню фасадную из полуза. А, он планировал на тебя, конец, нападать, да? Да. Давайте запромку снижаем тогда. Давайте. Что это дает? И предлагаю больше строить юнитов за производство. Так, может наоборот не будем воевать? Давайте там. Не будем снижать. Давайте увеличим на 100% за производство. Не, мне... Тарис, мне выгодно, чтобы снижена промка была. Мне тоже. Голосую за янтарь. А кореец тогда сможет за промку эти самолеты быстро строить. Так что я бы на вашем месте увеличил. Да. Увеличивать на 100% производство. Я снижаю. Я тоже. Кореец быстро построит самолет и снесет соседей. Советую, типа, за промку снижать юниты. Канадец, слушай, а если мы с тобой военный союз заключим, ты объявишь войну Франции? Я еще в союзе не вышел. Серьезно? Ничего себе. Но у него показатели очень печальные. Да. У меня на самом деле еще 4 хода.
А потом еще хотел вот 20 штук построить, наверное. А потом такие канадцы выигрывают дипломатическую победу. Ну, ребят, вы молодцы, короче. Давайте мы уже тогда признаем уже Корею победу, что тут продолжать. Ну, давайте Корею лучше сделаем. Почему? Взяли, повысили, снизили производство юнитов. Он сейчас настроит самолетов и придет за вами, чего? Забирает ситуация... всех вокруг. Он, мистер Эйди, наши с тобой караваны совместно не грабит, союзнические, понимаешь? Мне кажется, у мистера Эйди важнее караваны ко мне, чем к тебе. Есть у меня такое подозрение. Не знаю. Никто тебя не любит в этой игре, кроме корейца, видишь? Ты просто агрессивный. Пошел турка, заставил, чтобы он ливнул. Ко мне пришел своим этим. Агрессор? Да, агрессор. Так, а чё... А почему в Дебрицине? А мне кто-то даст военный союз? Мне никто военный союз не дал. Ну, мы, конечно, можем переключиться в следующий на военный, но, блин, у нас пути уже вроде. У меня караванов сейчас нету, понимаешь? Все на этом пока все. Спонсоры канала. Продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!